Всем привет, ребят! Ну что, настало время очередного обзора нашего аккаунта. Уже в него залито 2,5 ляма. И сейчас посмотрим, какие все-таки сокровища мы собрали по сравнению с китайкой, например, с русским. Возможно, там тоже вам засниму для сравнения аккаунты. Напишите в комментах, что мы имеем. Вот как видите, я сам не ожидал. 2,5 черта у нас уже есть. Смотрите, как я сам кикаплю 10-25 самого, так я и накопил состояние. Так, 2,5 камень аугментации на 2,8 и на 3. Смешно, конечно, еще 12 камней для аугментации. Так, с этим, в принципе, разобрались. Поехали, пройдемся по аккаунту. Давайте начнем с алтаря. Давайте так поверхностно, не будем там просветы смотреть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 45 героев уже со второй эволюции прокачаны. Тут повторок у меня, как видите, они есть все-таки вот. Качнул еще одного Ронина. Ну, Ронины повторки, в принципе, и будут. Вот это герои еще остались, которые у нас без эволюций. Их тоже скоро докачаем. Можете написать в комментах, кого вы хотите увидеть в первую очередь. В принципе, тут интересные есть варианты. Дальше пошли у нас Ронины. Их тоже приличное количество. И будет еще, возможно, больше. Так, ну и гарнизон топовый, которым мы трешуем на подземках, на разных локациях. Начал уже и 3 на древние брать. И они, кстати, там тоже помогают, как ни странно. Вот такие вот у меня гарнизонные герои здесь. Интересные варианты. Некоторых надо будет докачать тоже на 12 и дальше трешевать. Так, что по судьбе? Ну, судьба, как видите, у меня нету только, кстати, еще этого Бугимена здесь. Я особо не спешу даже ролить его, потому что сейчас и без него, в принципе, есть что делать. По судьбе, в принципе, можно уже всех героев переводить на 12 уровни. Как видите, свыше 40 тысяч. Вроде везде успел. 47. Думаю, скоро займемся этим. 48. 50. А, вот 35 надо. Некроса, Дракула. Некрос, Дракула. Ну, в общем, есть кого еще призрачного качнуть. Это, по-моему, единственное. Да, где не докачано. Так, с этим разобрались. В принципе, я вам показал. По питомцам. Мой основной аккаунт уже, в принципе, по редким отдыхает. Китайка тоже уже отдыхает. 4000 Рудольфов. Ну, как видите, здесь 4700. Некоторые уже там тоже до 9 скилла подходят. Ну, обычно еще пока качаются, но, в принципе, постепенно уже до 20-го доходят. Ну что, поехали. Самое интересное, что у нас тут есть, это, конечно же, алтарь я вам показал. Дальше у нас идет склад. Что интересного по складу? Ну, слизни я уже показывал вам. Книги у меня расходный материал. Чего-чего не хватает, это запашек. Надо очень много книг. По КГшкам, ну, думаю, вы видите, 32 миллиона, это не проблема вообще никакая. Тут даже и так уже я их там не особо коплю, делаю эволюции специально за КГшки. Ну, тоже 3 миллиона есть, как бы на этом сервере проблем с ресурсами вообще никаких нет. Ордена то же самое, стараюсь скупать все полностью на магазине, чтобы тратить, потому что дойдет лимит. В принципе, у меня, как видите,
хватает пакетов, каких хочешь, кулаки тоже, сколько хочешь, вот уже 5 миллионов, еще там есть, тоже трачу их, в принципе. По скинам тоже вопросов, сейчас пойдем еще скины покажу. Некоторые скины, у меня до сих пор нету скина на Купидона и на Медузу. Все остальные есть и прокачиваются, тоже сейчас дойдем. Камни на агментацию, в принципе, хватает. Если что, есть кулаки. Так, это фон. У карточки, коробки я все потратил. Специально потратил, чтобы они не копились. Посмотреть на шансы. Возможно, еще накоплю. В принципе, до этого время тоже, думаю, дойдет. Так, ну, кристаллы, как видите, мне еще должны утерянные прислать. Тоже хватает. Девать, честно говоря, особо некуда. Даже вот сделаем вот так вот. По ресурсам, вот видите, что тут, ну и кулаки можно добить, значки почета добить. Ну, давайте уже, коль уж начали, трешанем. Вот так вот ресурсы копятся на английском сервере. Ну, какашки, лимита, ограничения никакого нет. Так, что дальше? Ну, это все копится, как бы камни вообще не вопрос. У меня герои в основном все с восьмерками, я уже показал, я перекачиваю, все равно десятых рун дофига, эти руны покупаются. Камешки тоже все копится. Вот у нас талантики, ну, таланты в основном с коробок идут, редкие уже такие, как там, например, СО и пакт. Я так отсюда забираю тоже. То есть порочного пакта здесь хватает с головой. Так. Древние тоже надо будет скины. И древние вам показать, и осколки. По героям, в принципе, все герои покупные. Я мало здесь ролю, если видели. Все, что есть в алтаре, это все покупное. То есть за месяц, за полтора, там, не знаю, сколько у нас, 2 месяца. Это все покупалось. То есть я его не ролил. В основном карты пока копятся. Я тоже не заморачиваюсь над ними. Потом открою вам на видос, как сделал это на русском сервере. Ну, еще 150. Открываем. Это третья сета. Все остальное я в эмблемы пооткрывал. Тут в основном тройки. Ну вот ремки давайте тоже можем открыть. Вот так вот ремки теперь открываются, ребят. Ничего удивительного, да? Плюс там 42 сета, это в принципе ни о чем здесь. Здесь каждый день можно там через день купить ремку. Ну это идут уже эмблемки. 6-7 я их пока не открываю. Коплю дальше, потом посмотрим, какие шансы. Так, сундучок 4. Еще дополнительные слизни дали. Огнекрыл. Ну и пошли обычные там руны у нас. Пятерки, четверки. Поехали сейчас в эмблемы зайдем. Давайте изначально древние покажу, что у нас есть. Пока древние я начал только проходить. Дальше. То есть я не особо там трешу имбовыми героями. По смотрителям. Смотрители вот такие вот. 42, 41, 43. Я их не скупаю, не прокачиваю. Оно само по себе растет. Здесь камни продают очень часто. Как бы заморочек нет, видите, пакты все время есть. Ну, в общем, все, что надо для игры, в принципе, здесь есть. И там за недельку, за две, за три можно, ну, кроме питомцев, как видите, они стоят там и смотрители, прокачать полностью все. Единственное, книги нужно очень много запашек. Так, дальше. Поехали, покажу вам, что по скинам делается. Огнекрыл вот получил недавно. Рибит. Подкачали еще. Так, душек, сердцеедка.
Дед Мороз. Вальки вообще практически нет. Череп остался. И Влад Дракула, ведьма. Все, дальше у нас идут все максималки уже десятки. То есть максимальные прокачки. Единственное, нету до сих пор медузы. Ну, думаю, это поправимо. И Купидона. Вот Купидона тоже до сих пор нету. Это два недостающих, скажем так, скина для коллекции. Так. Дальше. Что я вам хотел на осколки показать еще. Что по осколкам. Ну, осколки здесь как бы тоже не проблема. Я показывал вам уже здесь роллинги, сколько дают осколков. Вот героя в осколках есть. Два крыла еще. ПБшка. Ну, и осколки тоже не заморачиваюсь. Осколки тоже довольно-таки часто продают. Некоторых, как видите, еще нет. Это надо уже сундуки открывать, либо с базара скупать. Вот. Ну и самое ценное, наверное, чего нету на русском сервере, как бы ради чего здесь стоит играть, чтобы потестить героев с максималками, это эмблемки. Эмблемы, конечно, здесь просто огонь. На русском сервере мне о таком только мечтать, в принципе, как и вам. Вот давайте так начнем с третьих. Ну, третья это фигня. Или даже не так сделаем сейчас. Сейчас мы трешанем. Так, третья, четвертая, нет. Пятая. Сейчас конвертируем все, чтобы место не занимало. Так, отлично. Смотрим. Пятерочки, да, ну, живо. 58 ремок. Ну, я как бы не заморачиваюсь. Это мне, в принципе, больше не надо. Это так, грузом свободным. Психочитов, кстати, особо нет. Перестали их продавать. Раньше их здесь продавали намного дешевле. Ну, то есть это пятое, то, что есть. Вот единственный пока новый. На китайке намного больше выживания. Шестые. ТУшки. Ну, шестых тоже, как видите, немного. В принципе, потом еще пооткрываем. Ну и пошли семерки. Оживы, каменки, бог войны, стойкость, баст. Кстати, один баст, я баст даже не брал. Воодушевление, гнев. Ну, по сути, надо там хотя бы минимум 4-5 штук для оптимального варианта, для 6 героев. Здесь, как видите, они со временем копятся и... Вот так вот. Ну, со временем я тоже мне придется тратить, улучшать, потому что красных все больше и больше получается кристаллов. И мне придется просто вот так вот делать, улучшать, потому что надо будет куда-то девать красные кристаллы. Чего я на русском, к сожалению, как и многие, не могу сделать, и это печально. Тут себе зашел, щелкнул пару раз, перешел на шестерки, да, там сделал себе седьмое. В общем, вот как-то так, ребят. Так, ну, в принципе, вроде я вам все показал, и это всего лишь на 2,5. Китайка даже в долю не падает. Там намного больше задонено, но она по силе уступает уже. По прокачкам, по всему она просто уступает. Единственное, там для обзоров
первым делает. Ну и там свои акции, нюансы есть. Здесь свои акции, нюансы, но это как тестовый сервер. Вот такой вот аккаунт у нас, я не знаю, сколько там, пусть будет 2 месяца прошло, я уже не помню. Надо будет посмотреть, когда я начал. Я считаю, как бы по донату, я вам показывал за 2, вот вам 2,5, можете сравнить разницу. Разница очень большая, как бы, и проблемы прокачать силу никакой нет, ресурсы, все, что надо, есть. Думаю, скоро будем дальше продвигаться уже к 500 тысячам. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики, все дела, участвуйте в конкурсах, они идут именно с этого сервера, то есть с этого аккаунта, который мы прокачиваем, трешуем. Ну, всем удачи, всем пока.